городе Магнитогорске не являются гарантией правомерного поведения обвиняемого в период предварительного следствия. Сведения о наличии у Тевтелева заболеваний, препятствующих его содержанию в условиях изоляции от общества по состоянию здоровья, которые бы были получены в установленном законном порядке, не имеются и суду не представлены. Кроме того, следственный изолятор является лицензированным медицинским учреждением, где обвиняемые Тевтелевы могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, а в случае необходимости обвиняемые подлежат этапированным специализированным медицинским учреждением. Отказ свидетельствующих о возможности изменения обвиняемых Тевтелевы мер пресечения в виде заключения по стражданию на более мягкую меру пресечения, в том числе залог, домашний арест или запрет определенных действий из исследованных материалов, суд не усматривает. Суд считает, что никакая иная мера пресечения не позволит установить должный уровень контроля за Тевтелевым, а также обеспечить его своевременное участие в следственных и процессуальных действиях. В связи с этим соответствующее ходатайство обвиняемого и его защитников к удовлетворению не подлежит. Каких-либо оснований, свидетельствующих о нарушении следовательного принципа разумного судопроизводства, содержащихся в положении статьи 6.1 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не установлено. Оценивая перечень необходимых по делу заявленных следствий по процессуальных действий с учетом сложности и объема уголовного дела, тут продлевается содержание обвиняемого Тевтелева под стражей на истребованный следовательный срок в пределах срока предварительного расследования. Основание изложено по статье 97-110 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд постановил ходатайство следователя по освобождению делам 2 отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Давыдову удовлетворить, продлить срок содержания по страже обвиняемого Тевтелева Евгения Николаевича на 1 месяц 30 суток, а всего до 3 месяцев 30 суток, то есть до 10 апреля 2020 года. Удовлетворение ходатайства обвиняемого Тевтелева и его защитник об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого в домашний арест отказать. Обвиняемый Тевтелев. Понятен постановление? Понятно. Понятен порядок обжалования постановления? Понятен. Понятен. Судебное заседание является закрытым. Всем до свидания.